глава 42. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд». Как Давид весьма часто сопоставляет Христа и Соломона, и хотя, кажется, говорит о Соломоне, однако концом его пророчества является Христос, так и здесь Бог, говоря Яков и Израиль, ведет речь о Сыне. Это нисколько не удивительно. Если люди называются богами и сынами Божьими, то и Бог, Сын Божий, называется человеком и сыном человеческим. Хотя имена такого рода скрывают пророчество, как бы нечто сокровенное, однако нам должна быть известна истина их. По той причине, что Христос имел родиться из рода иудейского, Бог в этих именах то скрывает, то открывает его. Слово «восприму» должно понимать относительно его человечества, а не божества, так как божество не нуждается ни в чем. Точно так же то, что он подкрепляется ангелом, должно понимать не по божеству, но по человечеству. Тот, кому принадлежит все, каким образом мог нуждаться в помощи раба по написанному, все было им. Если через него все сотворено и утверждено, то каким образом он укреплялся ангелом? «Дал, — говорит, — дух мой на него». Это знак величайшей благодати Божией, которая через него излилась на нас. По словам апостола, любовь Божия излилась в сердца наши. Прежде очищения душ невозможно приятие таких даров. Он только для примера, приявший Святого Духа, в котором он не нуждался, чтобы стать совершенным человеком, желает, чтобы также и все были святыми, сделались достойными храмами и жилищами Духа Святого, и возвестит суд народом. Эти слова нуждаются в объяснении. Нравы древних были срамными и преступными. Сыновья бесчинствовали со своими матерями, дочери с отцами. Одни других убивали, были истребляемы руками своих же родственников, показывали зверский нрав, даже более свирепый, чем у зверей. Но теперь не так. Овцы и волки покоятся вместе, барс возлежит вместе с козленком по написанному, а Сиона придет закон и слово Господне из Иерусалима. Возвестит суд народом, то есть он осудит их религии. Совершились два чуда. Отступили от зла и возвратились к честной жизни. Иудеи, хотя имели всегда перед глазами закон, по своей извращенности отступили от истины. Напротив, язычники, хотя были грубее грубых животных, обнаружили превосходнейшие добродетели. Справедливо сказано «возвестит», а не «совершит», так как он пришел возвестить то, что было суждено, но сокрыто раньше по написанному «вот вышел сеятель сеять». Он принес и распространил как бы превосходнейший дар из отеческого сокровища – небесную религию, которая почитала и проповедовала истинного Бога, которая драгоценнее золота и всех жемчужин, венцов и пурпуров царских. Он обещал нам венец Царства Небесного, показал нам последний суд и наложил на наши души страх суда, как бы узду. Наши души украсил различными и многими добродетелями, а нечестие и страстные порывы, которые нас мучили, совершенно истребил. Вот каковы и сколь великие блага даровал он. Он вел речь не только о будущей судьбе, но возвещал также и настоящее, когда сказал о башне, упавшей и избившей многих, также и о Пилате, который смешал кровь с жертвами. Не молчал он о будущем в Ветхом Завете, не сокрыл ближайшего и в Новом, но показал, что каждому законодательству присуща своя сила. Стих 2. «Не возопиет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Будет производить суд поистине». Этими словами пророк показывает его кротость. Не с насилием и властностью, но со скромностью и спокойствием примет он все добродетели. Зачем было кричать тому, кто учил этим добродетелям? Какие замешательства не происходили из тех религий, которые люди измыслили себе по гордости? Он же не так, но все совершил спокойно и без торопливости, трости надломленной не переломит. Именно то особенно удивительно, что он возделал столь многие и столь великие добродетели так мирно, что никому не был в тягость.
то время, когда он проповедовал столь важные и строгие нравы, никогда никто не тяготился и не отвращал лица своего от него. Обрати, пожалуйста, внимание на то, какова сила скромности. Среди кого, однако, все это совершилось? Среди иудеев, потому что они были надломленной тростью. Какие раздоры, какие убийства совершались после их возвращения? Реки наполнялись кровью, горы покрывались трупами. Религия пребывает твердой и устойчивой тогда, когда на жизнь людей не налагается никакая сила и никакое острое и тяжкое правило. Порядок устанавливается тогда, когда совершенно отсутствует разногласие. И льна курящегося не угасит. А другие переводчики говорят, и льна тонкого не угасит. Некоторые подо льном разумели законы, а под тростником народ. Но поистине произнесет суд. Почему говорят поистине? Чтобы показать и обличить человеческую ложь. Они не только отвергали истину, но были исполнены всяких страстей и суетности. До того времени никто никогда не упражнялся в истине, но все следовали тщетному и пустому. Впрочем, здесь можно понимать нечто и другое. Суды и наказания по написанному. «Ибо вот ныне суд миру сему, ныне князь мира сего будет изгнан вон, я вознесен буду». Происходит великий суд, его желает сам Бог. Если бы кто и не пожелал, то таковой не устоит против него. Как некто мудро сказал, «Кто скажет, что сотворил?» Премудрость Соломона 12.12. Итак, хотя он, будучи Богом, был выше всего, однако он отвечал скромно и кротко и воздавал суд не только нам, но и преступному демону, чтобы кто-либо не сказал, что тот был осужден несправедливо. Смерть по праву и по заслугам подчинила своей власти людей, потому что они согрешили и являлись виновными, как и сам Христос говорил, «ныне суд миру сему», то есть мщение человеческой природе. Все считались виновными и повинными греху. Но каким образом ты, дьявол, осмелился причинить насилие Сыну Божию, который не сделал никакого греха и не было лжи в устах его? На каком основании ты, дьявол, побудил людей к тому, чтобы они подвергли его казни? А чтобы ты, человек, считал побудителем именно его, дьявола, для этого выслушай. Дьявол уже вложил в сердце Иуды Симона Искариотского, чтобы предать его. Сам дьявол побудил, сам зачал преступление, чтобы привести их к убийству Христа Бога. Если бы дьявол, кто спросил, и стал выведывать у тебя, зачем ты убил его, какую вину нашел в нем, то ты только один был бы осужден и понес наказание, а прочие были бы целы. Мщение миру уже совершено. Невинный умер, как нечестивый для того, чтобы оживотворить умерших, подверженных казни смертной. Стих 4. «Не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова, народы». Не бесполезно и не тщетно говорит он о суде, но правильно, поистине произнесет. Человеческий суд никогда не совершается поистине, не только потому, что не соблюдается права, но и потому, что если бы судья и не был подкуплен деньгами или подарками, если бы был свободен от гнева и доброжелательства, то часто самые обстоятельства бессильны открыть истину. Или случается какое-либо недоразумение, или не бывает налицо верных свидетелей, но истинен только тот суд, в котором Бог, судящий все справедливо, назирает все сокровенное нашего сердца. Так как он разумеет все, то он не произнесет суда по каким-либо душевным замешательствам, по ненависти или по чему-либо иному. Только в таком суде присутствует истина, так что сами преступники и виновные сознаются, что они осуждены по праву. Что истиннее этого суда? Никому из вас не тайно, что преступники никогда не желают сознаваться в своей вине, но стараются ее скрыть. Ничего подобного на том суде. Но они сами произносят решение относительно себя самих. Даже и в этом мире совершались подобные вещи с царем Давидом, который говорит, «Вот я согрешил, я, пастырь, сделал зло, а сии овцы, что сделали они?» 2 Царств 24:17. Не говорит, что он побужден был сказать это наказанием.
подобно тому, как те, которые подверглись пыткам, не знают, что они виновны, но под влиянием ударов выдают себя за согрешающих. Не так тот праведник в то время, когда остальные подвергались наказанию, когда он один был свободен от наказания, он принимал на себя наказание, говоря: «Я, пастырь, сделал зло». Каин же говорил: «Моя вина меньше». То есть наказание же больше, чем я могу перенести. И это прежде, чем претерпел наказание. А Адам скрылся, чтобы, скрываясь, сделать свое преступление открытым и явным. Желаешь ли ты видеть подобные вещи и в гиене? Когда богатый услышал, что получил доброе, то он не противился и не просил извинения. Пусть никто не говорит, что это сделал страх судьи. Мы знаем, что иные отвечают смело и противоречат даже на суде. Разве не было так же судьи? Обрати внимание на то, как удерживавший один талант отвечал: «Я знал, — говорит, — что ты человек злой». О, кротость! О, спокойствие судьи! Какие он перенес слова: «Я знал, — говорит, — что ты человек злой». Какого судью не воспламенили бы эти слова, но только не его. В другом месте он говорит, как бы указывая на причину: «Люди мои, что я сделаю вам? Или чем я обидел вас? Отвечайте мне», Михея 6.3. В ином месте он также спрашивает не о новом, а о прошедшем. «Какую неправду нашли во мне отцы ваши?» Иеремия 2.5. Справедливый, по заслугам обвиняя Иону, он говорит: «Этим ли ты огорчился о растении, которое не садил и над которым не трудился? Мне ли не пощадить Ниневии, города великого, в котором живут более чем 120 тысяч человек? Уже ли ты не разумеешь, что он везде указывает нам причину? Он не считал недостойным указать причину даже тогда, когда говорит с дьяволом. Видел ли ты, — говорит, — раба моего Иова, что нет такого, как он на земле, человек непорочный, истинный, боящийся Бога?» Нам должно обратить внимание также на тех, которых он повелевает низвергнуть в бездну, в гиенну. Прежде сядет суд, а потом будет произнесено наказание. Так что они подвергаются наказаниям тогда, когда ничего не могут сказать против него, подобно тому, как совершилось с не имеющим брачной одежды. Так будет и с теми, которые не доставили ему брашна, пищи, и с теми, которые совершили что-либо подобное, преступное. Он произнесет суд необдуманно, но после того, как все будет собрано в одно место, и объявит подлежащим наказанию с великой кротостью о мучениях, которым каждый из них подвергнется за свои вины по закону и справедливости, и воссияет, и не потухнет. Полагали, что крест будет препятствием проповеди, потому хорошо сказано «воссияет». Крест, который надеялись упразднить, в скором времени воссияет величественно, доколе не доставит победу, и на имя его будут уповать народы. Видишь ли пользу будущего суда? Когда проповедь о последнем суде раздалась по земле, то ни повеления царей, ни угрозы судей, ни тернии, ни мучения, ни смерть, ни какое-либо лукавство не могли затруднить ее. Но она была причиной того, что были установлены справедливые законы во вселенной. Хотя и теперь существуют идолослужители, однако, пользуясь всем этим, они воздают благодарность христианам. Если не ради религии, которая приводит к познанию Бога, то ради справедливых законов, которые изменили их извращенные нравы к лучшему и очистили землю от пороков. Если бы христианская религия была искоренена, то совершенный мир окончательно разрушился бы. 245, том 6. Сколько прекратилось грехов? Не говори, по какой причине не искоренены окончательно все пороки. Разве ты не видишь, что теперь они гораздо меньше по своей силе и действиям? Сколько и какие чрезмерные приостановлены прелюбодеяния? Как бесчеловечны были люди до того времени? Каким они подвергались несчастьям? Я не говорю, что ты знаешь об этом из Писания, но ты можешь узнать от самих историков, которые сообщили столько рассказов об этом. Какие были голода, пагубные эпидемии, землетрясения, воровством даже хвалились.
Если кто-либо оказывался вором, то его только разыскивали, и после того он не получал никакого бесславия. Ты слышал, конечно, что Меркурий, славный из богов, был вор, Венера – блудница. Свидетелями такого порядка вещей служат также празднества, которые праздновались. В честь их даже в последние времена флейтисты слагают стихотворения. Не так у нас. Ни о Боге, да не будет, но даже о друзьях Божьих ничего такого не рассказывается. Но если ты желаешь знать, какова была у древних сила страстей, то ты спроси у идолослужителей и научись у них. Еще теперь находятся маги и демоны, и бесноватые между идолослужителями, между арабами и персами. Бог по той причине оставил хотя некоторую часть идолопоклоннической закваски, чтобы она служила стыдом для идолослужителей. И в настоящее время, в праздничные дни, они покрывают лицо дырявыми одеждами и оставляют рот для заклинания. Питаются без всякого отвращения собачьим мясом, а когда приходит демон, то он простирает безумного со склокоченными волосами, которого побуждает говорить неслыханное и невозможное. Совсем не так у нас, где отсутствуют таковые бесчинства язычников. Зачем я вспоминаю об этом, когда мы знаем, что люди, одетые в женское платье, шатаются по всему городу, предаваясь распутству? Что позорнее такого бесславия? Смотри на злого демона. Хотя он согрешил и пал до такой степени с самого начала, однако он и доселе старается сохранить некоторый след своей злобы. В древнее время безумие было таково, что думали превращать людей в существа с собачьим лицом, изменяли слова и язык. А если бы ты из-за голоса не поверил, что это собака, то говорили: «Верь тому, что это собака из-за пищи». Человек, пожалуй, может издавать собачий голос, но как он может принимать собачью пищу? Но заклинатели, казалось, могли изменить природу у совращенных. А те не понимали, что в человеческом теле находится какой-либо демон, который показывал собачье лицо, подражал собачьему голосу, питаясь исключительно только собачьей пищей. Но Бог наш совершенно запретил такое распутство. Тогда именно и исполнилось: на имя Его будут уповать народы, то есть на имя Христа. Видишь ли, что такие вещи происходили у язычников? Как же поверить нам в того, кто простил нам такие нравы? Что значит «на имя Его будут уповать»? В то время только одно имя будут делать то будет, что делал Он Сам. Когда ты призовешь Христа, и обратятся в бегство демоны, то как же ты не поверишь в Его имя? Не следует думать, что Он показывает удивительное только относительно настоящего. Он также даровал прочим залог бессмертной жизни тем же образом, каким явил нам чудесное. Стих 5. «Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней». Иные говорят, кто утверждает своды. Что значит «водрузивший»? Может быть, он образовал какое-либо вещество? Кажется, что этим обозначается нечто подобное. В верхней части он провел свод ради жидкого вещества вод, чтобы они не лились в нижнюю часть. Так как они весьма легкие и нежные, наподобие дыма, то он утвердил их и сделал твердыми. Потом он водрузил, то есть связал с землей, чтобы она, наклоняясь, не упала. Когда что-либо водружается, то водружается во что-либо. Это ясно из самого выражения. Таким образом, здесь не обозначается ни круг, ни круглая фигура, утверждает землю. Каким образом вещество, будучи нежным, может выносить тяжесть великих высоких гор? Почему постоянно текущая вода не пресечется? И почему, всегда охватываемая пламенем, она не воспримет огня? Однако она тверда, как камень, и даже более, чем камень, потому что это был Бог, утверждающий землю и все, что на ней, особенно же людей, чтобы ты разумел, что крепость их происходит от Бога. Если бы им не покровительствовало божественное промышление, то весь человеческий род был бы уничтожен с самого начала. Сколько было бедствий, сколько печалей! Почему пророк и говорит: «Помощь моя от Господа»? Сколько огорчений, сколько душевных волнений, какая печаль!
сколько кораблекрушений! Если бы не разрушалось тело, то дух, не будучи в состоянии переносить такого бремени скорби и печали, улетел бы. Так как существует столько скорбей и печали, то он не оставляет, хотя часто отступает, чтобы ты разумел, что когда он не оставляет и не отступает, то это дело его силы. Обрати внимание на животных, сколько у них бедствий, сколько зла и трудов, однако они не прекращают существование. Почему и Павел говорит, и кто способен на это, а потом утешающий нас во всякой скорби нашей? Если бы небо не было нам помощником, то остальное не было бы достаточно для нас, чтобы переносить такие бедствия. И дыхание дает людям, которые на ней, и дух, ходящим на ней. Или иначе, есть попечитель душ. То есть все сохраняется божественным промышлением. Одни тела одушевлены, другие неодушевлены. Взирая на прекрасное и видимое тело небес, ты не думай, что оно одушевлено, как вздорно говорят греческие басни. Но все, что существует, существует и остается твердым, не имея души. Также, взирая на землю, не думай, что она одушевлена, потому что она стоит и твердо пребывает. Точно так же относительно воды. Вот небо и земля. Одно находится выше, другая ниже. Есть одушевленные, есть неодушевленные существа. Бог дал душу людям, но никак не небу, ни земле, ни воде. Скотам же он дал душу чувствующую, но неразумную. Известно, что он творец душ разумных и чувствующих. В людях же нет никакого различия между духом и душою. Но эти два названия обозначают одно и то же, как тело и плоть, человек и разумное животное. Страница 247, стих 6. «Я, Господь, призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку, и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников». Чтобы открыть глаза слепым, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме, из темницы. Видишь ли, никакое имя не приличествует справедливее и истиннее Богу, как имя Господа. Никто иной не призван, чтобы он принадлежал человеческому роду в правде, и держу за правую руку. Здесь также показывается воплощение Сына. И без сомнения оно подтверждается, дал тебя в завет. Некоторые говорят в договор. Что такое договор? Или каким именно образом? Чтобы он исполнил закон и во свет народам. Видишь ли, и язычники также призваны пророками. Отверсть очи слепым. В данном случае нужны были две вещи, то есть свет и здоровые глаза. И он сделал то и другое. Когда он творил чудо со слепым, то он показал себя, открыл глаза его и сказал, веруешь ли в Сына Божия? А кто он, говорит тот, чтобы мне веровать в него? Он показал себя и не обинуясь отвечал я. А расслабленному он сказал, вот ты здоров, не согрешай более, чтобы не случилось чего хуже. Извести от уз связанных, это также принадлежало судьи. Так как люди столь долгое время пребывали связанными в цепях, и из дому темницы, и сидящих во тьме, опять он обличает заблуждение идолопоклонство. Сатана связал человеческую природу твердыми цепями, окружил чело черным нимбом заблуждения, ослепил ум их мрачными облаками глупости, как сказано, осуетились в помышлениях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Видел ли ты причину мрака? Не подражай тем, которые сидят во мраке, потому что, говорит, от их мысли происходит мрак. Пусть справедливо сказано, что для язычников произошел мрак от их мысли, но откуда для иудеев? Из того, что, не разумея правды Божией, они пытались поставить правду свою, не повинуясь правде Божией. Римлянам 10:3. Никто не желает учиться у иного, но желает быть учителем. Ему стыдно принимать что-либо от другого, и потому он ничего не имеет. Этим пороком были заражены иудеи и язычники. Те и другие желали быть изобретателями религий. А это злое желание было таково, что они не могли стоять, но сидели как бы в страшной темнице, связанными и склоненными. Стих 8. «Я Господь,
Это мое имя, и не дам славы моей иному, и хвалы моей истуканам». Итак, когда сын называется тем же именем, то разве он не воистину Господь? Один говорится «Господь Иисус Христос» 1 Коринфянам 8:6. Обрати, пожалуйста, внимание на то, что имя Господь говорится первым. У нас, когда некоторые называются господами, то это имя к ним никогда не прилагается в собственном смысле. Но Богу это название принадлежит истинно, потому что Он есть истинный Господь. «Славы моей, говорит, не дам иному». То есть я отделю мое имя от идолов. И это на самом деле совершилось во время пришествия Иисуса Христа, Господа нашего. Никто уже более не призывает имен идолов, но только имя Господа нашего Иисуса Христа. Кроме того, можно понимать это сказанное и относительно людей, так как люди – суть славы Божия по слову апостола. А муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия. Как отображение чего-либо есть образ, так и человек есть образ Божий. Я, говорит, этой изукрашенной, крепкой, славной и прекрасной статуи, дело рук моих никогда не отдам идолам. Видишь ли, что пришествие Христа было необходимо, стих 9, вот предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещу. Прежде, нежели оно произойдет, я возвещу вам. Здесь говорится о древних законах, которые были отменены. Итак, наступало время Нового Завета, которое нужно было возвещать и таким образом делать достоверным то, что имело совершиться после того. Как совершилось первое, так должно совершиться и другое. В первом, как мы читаем, написано много такого, что указывает на другое, и что исполнилось истинно, как то о воинах, о добродетелях и об ином весьма многом, согласно пророчествам. Говорится, не будет дождя, и он не изливался. Сказано, я изберу твою отрасль, и он будет владычествовать над землею. И это исполнилось. И также, будете переселены. И это исполнилось. В другом месте говорится, и люди избранные будут от всех народов, а вы же будете мне в царственное священство. И иное много, о чем мы говорили и будем говорить, из чего будет ясно, что другое имело начало от первого. 10. Пойте Господу новую песнь, хвала Ему от концов земли. Вы, плавающие по морю и все наполняющие его, острова и живущие на них. Хвалите Господа. Что значит новая песнь? Не по обычаю древних и не по иудейским законам, но в Духе Святом. Все, что рождается от благодати, есть новое и новая добродетель. Таким образом, необходимо было быть и новой песней. А этим не Богу воздается большая честь или похвала, потому что природа божественная. Не нуждается ни в чем, но напротив, те, которые почитают таким образом Бога, могут более приблизиться к Богу вследствие своих добрых дел. Потому Иисус Христос и сказал, «И Отец ищет себе таких поклонников, поклоняющихся в духе и истине. Начальство Его на высоте, чтобы никто не сомневался, что Он нуждается в чем-либо. Начальство Его, говорит, прославляется в вышних. Он совершенно не нуждается в наших похвалах. Не нуждается даже в похвалах ангельских сил. Прежде чем они произошли, он ни в чем не нуждался. Мы знаем, что ангел восклицает непрестанным глазом «Свят, свят, свят», а иные слава Вышних Богу и на земле мир. Херувимы же великим голосом «Слава Господня благословенна от места ее». Слышим и иные, весьма многие хвалы и песнопения «Благословите его все ангелы и архангелы». Псалом 102.20. Однако он ни в чем этом не нуждается. Хорошо сказано начальство его в вышних. Желаешь ли ты видеть Царство Божие? Обрати глаза твои на небо, и ты увидишь там 600 ангелов, узришь 1000 архангелов, предстоящих серафимов, херувимов, окружающих его огненный трон. Увидишь всех их в почтении и трепете. Но здесь не проявляется начальство Божие таким образом, не только вследствие слабости природы и не потому, что велико различие между людьми и ангелами, но и потому, что люди не могут славить его таким же образом, какой употребляют те дивные существа.
Если когда является царь, чернь охватывается страхом, то насколько больший страх будет перед высшим величеством? Подобно тому, как если кто, приходя к царскому дворцу, видит там смерть и угрозы, и всех исполняющими свои обязанности близ царя, так и там силы ангелов совершает тоже. Кроме того, есть весьма многое, что удаляет обитателей земли от такого служения. Напротив, небесные силы ничего иного не делают, как только всегда прославляют Бога и созерцают Его по написанному. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Самому Христу служили ангелы. Вот, говорит, приступили ангелы и служили Ему. Не думай, что Он только получил заушение и много иного претерпел, но вспомни также и о том, что Он говорил: «Царство Мое не от мира сего». Смотри, как соответствует этот голос словам пророка: «Начальство Его высших». Точно так же и сам Навуходоносор исповедал: «Царство Его, царство вечное, и власть Его в роды и роды». Также написано в Евангелии: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле». Начальство Его высших прославляется имя Его от концов земли. Небесные силы более, чем люди, боятся и почитают Бога. Чем более они их сознают, тем более боятся Его. У них нет ни упрямства, ни неповиновения, ни непослушания, потому что они сильные крепости, творящие Слово Его. Видишь ли, что страх их велик. Те, которые не подлежат никакому наказанию, смотри, каким охватывается ужасом. Если даже сами серафимы не смеют взирать на Него, то как мы можем испытывать Его? Подобно тому, как на этой земле, чем более мы смотрим на солнечные лучи, тем более вынуждены отступать. Так и тогда, чем более созерцаем Христа, тем более нам нужно бояться Его. Смотри, как Он прославился на горе. Ученики Его были устрашены и пали ниц. Пророки часто не повиновались Богу, ангелы же никогда не делали этого. Почему же? Ради великого страха прославилось имя Его от земли. Этими словами возвещается то, что имеет быть по всей земле, по написанному. Во всю землю прошли глаголы их. Сходит на море и плавающий по нему. Смотри, звук проповеди прошел по всей земле. Но, может быть, кто-либо скажет: ужели те, которые населяют глубины земные, лишены проповеди? Ведь и Давид говорит: они видели дела Господа и чудеса Его во глубине. Псалом 106:24. Ничего против этого нельзя сказать. И им Бог даровал многое для познания божественного ведения. Им даже нужно было более внимательными к добродетели, потому что страшное море может в высшей степени поражать их души. Постоянно они видят возбужденные и грозные волны, постоянно смотрят на смерть и тени. 11. «Да возвысит голос пустыня и города ее, селение, где обитает Кидар, да торжествует живущие на скалах, да возглашает с вершин гор». Пустыни и поля никогда не веселятся. Но Священное Писание, когда Бог намерен совершить милость, обыкновенно приносит радостную песнь и неодушевленным предметам. По причине благоволения Он узрел народ свой и освободил его из плена, но не по причине заслуг искупленных. Видишь ли, Господь открывает, что не желал подвергать наказаниям преступных, и потому говорит: «Я мучим был столькими скорбями, как рождающие». Хотя печаль и скорбь не относятся к Богу, но отсюда ясно, что Он никогда не желает подвергать людей наказаниям и пренебрегать ими. «И положу реки в пустыне». То есть я уничтожу произвол и силы неприятелей. И когда сокрушу их силы, то введу вас в вашу страну и наведу слепых на путь. Видишь ли, величайшее могущество Божие, которое сокрушает сокрушителей, приводит мучимых в покой, что и случилось, когда они возвратились из плена.
Но это пророчество удобнее применить к язычникам, чем к евреям, так как пророк прибавляет на виду слепых на путь. Они совершенно не знали пути, так как они были слепыми. Опять пророк говорит об иных чудесах: мрак и изменился в свет, и печаль в радость. Сие сотворю и не оставлю их. Я дарую, научу и сохраню. После того, как приняли таковые дары от Бога, нам нужно уповать на Его мышцу, чтобы вновь не уклоняться в прошедшее зле. А они возвратятся вспять. Зачем не сначала? Затем, чтобы вступили иные. Постромятся, устыдятся уповающие на изваянных. Всегда, но особенно после пришествия Христа, который показал их бессилие. Глухие услышат, и слепые прозрят. То была глухота и слепота не телесная, но душевная. Телесная глухота не может много вредить нам. Часто бывает даже причиной благоразумия по написанному. Кто так глух и не слышит, и кто не отверзает уст своих? Но душевная глухота всегда лишает блага. И кто глух так, как раб мой, и слеп, как владеющий ими? Иудеи были глухими и слепыми. Христос говорит: имея уши, слышат и не слышат. И в другом месте: блаженны очи ваши, что видят, и уши ваши, что слышат. Таким образом, ясно, что они, иудеи, были глухими и не слышали, слепыми и не видели. Почему и прибавляет: ибо ослепил себя раб Божий. Но они ослепили не только тогда, а гораздо прежде. Почему и прибавляет: ибо видел много раз, что не сохранили. Не однажды и не дважды. Бог всегда желает этого, чтобы люди были оправданы и возвеличены. Вы же не желали, а даже напротив, обращались к хищничеству и злохулениям, и было слово опустошено и расхищено. Но другие говорят не слово, а народ. По той причине, что они предались хищению и сами были предметом хищения. Смотри, он ясно открывает, что он намеренно иных наказывает, сам же ни от кого не терпит мучения.